Ну, в основном забирают у нас макароны, окорочки, вот котлеты хорошо идет. Тем более вот грузинские у нас пельмени очень хорошие. И качественные, и вкусные. Люди не жалуются, главное, что. И макароны российские у нас. И вот кармен тоже самый российский. Это тоже они очень хорошо берут. И в основном тоже колбасы, сосисок. Тоже грузинские производства, они в Тбилиси. В основном дистрибуторы возят. И большинство я еду в Тбилиси, в Каховке, там тоже. Если оттуда привезем, кое-какие доходы останется, кое-какие. А если дистрибуторы привезет, там практически мы на нулю. Потому что сейчас у людей денег нету, и большинство работ нету у людей, чтобы они работали, и зарплата была у них более-менее хорошая, чтобы они могли себе позволять питаться очень хорошо. У меня турецкие вообще практически и нету. А вот украинский, российский, грузинский, большинство у меня это. Потому что люди, большинство, боятся турецким продуктами. И мы тоже сами не знаем, что нам дают и что мы будем продать. Армянские продукты только мороженое. Большинство не российские, большинство и грузинские, и украинские. Российские очень мало, но есть качество. Ես ընդհանրապես ռուսական ապրանքը գերադասեմ ավելի շատ առնել։ Ինչի՞։ Կամ ֆեշտը, մակարոնի տեսակները, ձեթը, ֆորագի համար, որպես լավ ֆորագով ապրանք։ Մեկ-մեկ պատայի գործինք, վերացական շեքեր կառնեմ, եթե ռուսական էլի, ռուսականը կառնեմ, բայց չեգա, վերացականը կառնեմ։ Ալուրը ռուսականն է։ Այսինքն Ասենք մակարոն եղենը խնդրեմ ռուսական է արելի ցեթը նույնպես ռուսական է վերոնք պաստայանի օգտագործելու ապրանքին ըհը էլի ռուսական է